Всех приветствую, продолжаем знакомиться с творчеством художников, их автобиографии. Анри Клеман-Серво, также известный как Клеман-Серво, французский художник, дизайнер, гравер и иллюстратор. В начале своей карьеры создавал работы в реалистической манере, но вскоре заинтересовался новыми движениями. Я цитирую Википедию. Находился под влиянием своего друга Луи Маркусси и экспериментировал с кубизмом, используя геометрические узоры для создания иллюзии формы и пространства. Позже в своей карьере он обратился к абстракции с посткубистской позиции. Разработал дизайн банкнот для Банка Франции, создал большие фрески и участвовал в многочисленных французских и международных выставках. Клеман-Серво учился с 1904 по 1914 год в Высшей национальной школе декоративного искусства и Высшей национальной школе изящных искусств под руководством Люка Оливье Мерсона в Париже. Начал выставляться в Салоне независимых в 1905 году, а затем участвовал в Салоне французских художников, в Осеннем салоне и Салоне Тюльри. С 1907 по 1909 год был солдатом 15-го батальона. В 1913 году 20-летний художник женился на Ивет Хиндермейер, тогда ей было 17 лет. В 1919 году стал арт-директором Ферензи энд Фитц, где проиллюстрировал множество книг, 78, используя технику гравюры на дереве. Также участвовал в написании 32 книг и получил различные медали за свою работу. Благодаря своему наставнику Люку Оливье Мерсону он смог разработать дизайн банкнот для Банка Франции. С 1957 по 1970 год он разработал 42 французские и иностранные почтовые марки. В Париже в сентябре 1933 года он женился на Саре Софии Визу. Кстати, она родилась в Смоленске в 1903 году. После поездки в Грецию в 1934 году Клеман-Серво посвятил себя посткубизму, участвуя в многочисленных выставках, в том числе в Салоне художников Франции. Стал кавалером Ордена Почетного Легиона в 1936. Создал несколько росписей и фрески, в том числе картину размером 3 на 6 метров для лицея, где он когда-то был студент. Выполнил настенные украшения для плана древних поселений Парижа в музее Карнаваль. Клеман-Серво умер в Париже 8 июля 1972 года. Ну вот так вкратце о французском художнике, дизайнере, гравюре, иллюстраторе Анри Клеман-Серво. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.